В Каспийске очередной раз прошел турнир спортивно-интеллектуальной игры «Мафия. Кубок гор». Участниками стали порядка 120 человек из разных уголков нашей страны. Играю в «Мафию», мой игровой ник Душнила, приехала в Каспийск. Очень клевая атмосфера, очень крутая организация. На регистрации подарили подарочки, очень приятно. Плюс море, добродушные люди, все круто. Прилетел вчера, чтобы поучаствовать в турнире «Кубок гор». Вот. Организаторам большое спасибо, приятно здесь находиться, хорошо встречают. Вот. Всегда оказывают поддержку и надеемся на победу, потому что господин Горец обещал свою маску, если я займу первое место. Организаторами встречи выступили Управление культуры Каспийска и Федерация спортивно-интеллектуальной игры «Мафия». По итогам состязаний для участников подготовили призы в дагестанском стиле. Это кинжалы и сувенирная продукция, а также денежное вознаграждение и подарки от спонсоров.